зовут Свидовский Александр, компания «Артфолио», город Новосибирск. Занимаемся мы производством комплектующих для натяжных потолков. В компании работает 115 сотрудников. До ШВБ было 70 сотрудников. Годовой оборот был порядка 80 миллионов рублей. На данный момент, как я уже сказал, 115 сотрудников. Годовой оборот порядка 180 миллионов. До школы владельцев бизнеса была проблема отсутствия систематизации. Было очень мало свободного времени. Все время уходило на рутину, на текучку, на решение каких-то мелких, ну, собственно говоря, проблем, которые занимали, ну, 90% времени меня как руководителя. Тот момент, который меня, собственно говоря, сподвиг к участию в проекте, это то, что ребята гарантируют внедрение. Я проходил много различных консалтинговых проектов, на которых дают хорошие инструменты, но отсутствие хорошего пинка сзади, оно сводило все усилия по внедрению к нулю. Здесь же основным и самым ценным, на мой взгляд, преимуществом является то, что консультант помогает внедрить, и ребята это делают с таким хорошим настроем, с такой настойчивостью, что ты рано или поздно внедряешь все инструменты, которые, собственно говоря, тебе преподают. И это самое главное, потому что для собственника, мне кажется, является вот это вот основным препятствием, которое мешает внедрению каких-то новых инструментов и знаний в компанию. Некому пинать владельца.